Всем привет, с вами Андрюэй и... Короче, у меня снова поменялся интерфейс, потому что я скачал еще один мод. Вот, давайте посмотрим, что я сделал за кадром. Во-первых, за кадром я нашел новую голову этому миньону, этому голему. Я повсюду раскидал вот такие головы. Потом я еще построил бесконечный генератор булыжника и прокачал каждого из эндерминьонов на 5-й уровень. Вот. А, ну еще я накопил булыжник, чтобы скрафтить эту броню, которая красится, как обычно, только из зачарованного булыжника. И сделаю ее не только на себя, но еще и на двух миш. А, ну еще я дал угольному и рестованному миньону компа и прокачал их немножко. Вот. Вы забили все мои сундуки с грибами, каким-то мусором. А еще где глоустоун? А еще кто поставил компрессор на глоустоун? Мне нужен глоустоун в виде пыли. Я сделал кирку на шелковое касание и вот. И при помощи нее я добыл лед, чтобы скрафтить ледяного миньона, который является одним из самых дорогих миньонов в игре. То есть, типа, лед очень дорого можно продавать, и поэтому этот миньон по факту равняется деньгам. Вот, но если этот миньон равняется деньгам, то снежный миньон равняется деньгам в квадрате. А может быть даже в кубе. Но в целом это сейчас не важно, потому что мы берем скин пряника и ставим его на этого миньона. Вот он. Вау, он... Он кто? Он кто теперь? Он ледяной. Что за... А... Ничего себе. А, блин, я думал, что он ледяной, потому что у него скин какой-то, а нет, он просто ледяной. Вот теперь у него скин пряника. Еще я, короче, хочу сделать, типа, башню миньонов, в которой будут стоять все наши миньоны. Чтобы они не занимали полно места. Мне кажется, это хорошая идея. О, Миша разблокировал новый рецепт! Это, короче, медиум копательный мешочек. Он мне нужен, потому что у меня сейчас только обычный копательный мешочек. Так, вот, в общем... Все, прокачиваем майнинг-мешочек, и теперь он медиум прожарки. Да, опа, прямо в огонь, и все. Вот. Короче, пороховые шахты. Нам сейчас нужно отправиться на самый нижний этаж. Да что ты говоришь так долго? Я вообще-то спидран снимаю, ты... Спидран по скайблоку, кстати, ясно, ясно, интересно. Мне самому нужно дойти до этого лапи-сквари. Обсидиановый санктуарий. Теперь надо поговорить с тем NPC-шником и узнать, как же нам пройти на этаж, который люди называют ферма денег. На самом деле он называется шахты дварфов, но кому какая разница, если это по сути ферма денег? Вот. Рис, скажи, как попасть в... пока я говорю с Рисом! Можешь вернуться на базу на секунду? Я тебе дам питомца. Стоп, а какого питомца? Грифоны, лопату грифона. Мы ведь только что на них 100 тысяч потратили. А, все, я понял. Прозабудался. А зачем? А что с ним делать? Они позволяют пройти особую линейку квестов и исследовать мифических существ. Я нашел нору грифона! А где ты искал? Я нашел что-то. Что это? Вы вырыли нору грифона. Найдите еще, чтобы... А, короче, стрелка показывает на сокровище. Так, вы где? Я вас потерял. Я микрофон включил. Да ты куда-то пропал. Погодите, тут Амелия. Надо... Я ее искал, где она. Надо посмотреть, что она... Амелии. Я просто искал, где она находится, чтобы посмотреть ее товар. А что она продает? А что это за чтение? Она, короче, продает переименование острова и еще игры интересные, которые можно на своем острове разместить. И еще NPC, которые можно поставить на своем острове и говорить с ним. Вот. Андрей, купи. У тебя есть деньги? Купи крестики-нолики мою. А, тут иди нету сюда. Уровня, да? У тебя недостаточно.
Я впервые в шахтах дварфов. Окей, так, мне нужно купить у Бубу кирку, чтобы копать. Так, она стоит всего 10 тысяч, это дешево. Так, сейчас я могу только прокачать это. Для этого нужен один токен. Где мне токен взять? А, я могу уже прокачать. Токены, наверное, за прокачку. Да, токены даются за прокачку самой горы. Это делается за выполнение задач от короля какого-то. Вот. Так, и за мифриловую пыль я могу прокачивать уже сам навык. Отлично, я все понял. Тут, короче, я вот построил базу этой миньоновой башни. Вот. И в целом все нормально, кроме одного. Там надо будет чуть-чуть уменьшить один остров. Вот. В общем, за кадром паук добыл себе броню, отправился в шахты дварфов, и еще я за кадром чуть-чуть поафкашил, и теперь у меня есть 3000 битсов. Битсы — это валюта, которая дается за каждые 30 минут, которые ты играешь во время того, как работает бустер куки. Всего за одну печеньку можно заработать 400-800 битсов. Вот. И также я вкашивал на чужом острове, потому что за одну минуту прокачивается... Одна минута — это один опыт социального уровня, и у меня сейчас третий социальный уровень. Так, и смотри, теперь я потрачу то, что только что скрафтил, на 4 телепорта. О, я в ловушке. Трындец. Самовали, вот. Трындец. Все, кажется. Паук, Андрей, паук, да это, короче, канули. Типа... Ну ты понял, для чего это нужно, да? Ну, видимо, понял, да. Вот, ради правда, этого я у тебя и брал эти эндерперлы. Ну, хорошо, а как... Смотри, показываю, как выбраться. Ты вот тут вот подпрыгиваешь, смотри, смотри, подпрыгиваешь, и вот так вот выходишь. Сказала себе, что оно лабиринт. Я нашел золотого гоблина. Тут типа он какой-то редкий. Он от меня пытается сбежать, но благодаря тому, что он на лестнице, я его сейчас убью. Я его сейчас убью. О, это. О, ты за него получишь награду, если можешь. Просто нужно 3 раза ударить. 3 раза? Ну там, да. Хоть я думал, написано, у него 3 хп, но у него, видимо, стильная защита, и... Всё, я его убил. Ну, отлично. Ничего себе, сколько из него пыли выпало. Так. А, стоп, я выполнил квест поучаствовать в любом майнинг-ивенте. Ура, у меня теперь 2 уровень. О, Гоблин Дрейд. Да-да-да-да, старик. Да-да-да. Да, ты там. Всё, отлично. Нажимаешь на... В смысле? А? Выборы начались. Так, кто тут могут быть? Берри, Кол, Диас, Марина, Джерри. Мэр Джерри. Все, не обсуждается. Я голосую за Джерри.